Праздничная программа в этом году в регионе запланирована масштабная. Кампания начнется с открытия 24 декабря главной елки губернии на Соборной площади в Ульяновске. Основной план мероприятий весь приходится на период с 30 декабря по 8 января. В этом году впервые резиденция Деда Мороза будет работать на бульваре Венец ежедневно. И впервые в этом году мы посвящаем ее семьям, выдающимся семьям Ульяновской области. В регионе проведут порядка 3000 мероприятий, поэтому важно не допустить происшествий. Ключевые вопросы безопасности на заседании антитеррористической комиссии затронул глава региона. Новогодние и рождественские праздники будут проходить на территории всех муниципальных образований Ульяновской области. Большинство мероприятий будет проведено на площадях, в парках и других местах массового пребывания людей. Обеспечение безопасности граждан является одной из самых главных задач всех органов власти. Для предотвращения преступлений правоохранители проводят целевые оперативно-профилактические мероприятия и проверки. Также запланирована профилактическая операция «Зимние каникулы» для обеспечения безопасности детей. Все места проведения мероприятий и возможной концентрации граждан в новогоднюю ночь, а также объекты религиозного культа в рождественскую ночь будут обследованы силами сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии с применением технических средств и служебных собак. Одним из ключевых направлений является и пожарная безопасность в новогодние праздники. Сотрудники МЧС проводят инструктажи с работниками организации и практические тренировки по эвакуации людей из зданий. Кроме того, проводится работа на объектах хранения и реализации пиротехнической продукции. На весь период праздничных мероприятий Главное управление МЧС России по Ульяновской области будет переведено в режим повышенной готовности. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.